Новый пистолет «Удав» для армии России прошел госиспытание. 9 января 2019 года ТАСС новый пистолет «Удав» для армии России прошел госиспытание. Пистолет «Удав». Источник изображения. Михаил Дегтярев отмечается, что военные поставили новому оружию высокую оценку Москва, 5 января. Слеж ТАСС слеж. Новый пистолет «Удав» калибра 9 мм для вооруженных сил России прошел государственное испытание и рекомендован к принятию на вооружение. Об этом сообщил ТАСС в субботу представитель оборонного ведомства. Завершены госиспытания пистолета «Удав», он рекомендован к принятию на вооружение, сказал представитель Минобороны. Собеседник агентства добавил, что военные поставили новому оружию высокую оценку. Как сообщили, в свою очередь, Журналистам в компании Сниточмаш входит в ростех. Испытания нового перспективного пистолетного комплекса под патрон 9Х21 проходили с августа по декабрь прошлого года на испытательной базе Аутсниточмаш и полигонах Минобороны России в западном и центральном военных округах. По данным компании, пистолет был проверен на стойкость в тяжелых климатических условиях и под воздействием различных механических факторов. В частности, пистолет устойчиво работал в диапазоне температур от плюс 50 до минус 70 градусов Цельсия. Также исследовались баллистические характеристики пистолета. В настоящее время результаты испытаний пистолетного комплекса находятся на рассмотрении Государственной комиссии, отметил представитель компании. По данным из открытых источников, Удав имеет прицельную дальность стрельбы 50 метров. Емкость его магазина составляет 18 патронов. Другие технические характеристики пистолета неизвестны. Пистолет для армии в настоящее время фактически единый пистолет для вооруженных сил в действующих частях отсутствует. Ранее предпринимались различные попытки внедрить пистолетные комплексы в армии. В частности, для Минобороны в начале 2000-х годов был принят на вооружение пистолет «Грач», использует патрон 9Х19 «Парабеллум», создан в рамках конкурса «Грач» однако он не получил широкого распространения. В армии пистолет традиционно считается оружием последнего шанса в дополнение к основным стрелковым комплексам. Мощный отечественный патрон 9Х21 был изначально создан для пистолета Вектор СР-1, также известен как Гюрза, должен был участвовать в первом конкурсе Минобороны РФ «Грач на единый пистолет для армии», но был снят с испытаний. И предназначен для поражения защищенного противника Пуля из этого патрона на дальности до 100 метров способна пробить бронежилет 3-го класса Который держит автоматный патрон калибра 7,62х39 без бронебойного сердечника В СССР основным армейским пистолетом считались ПМ и пистолет Стечкина под патроны 9х18 Однако Стечкин, имеющий возможность ведения автоматического огня применялся только в средсподразделениях или летчиками. ПМ использовался офицерами как личное оружие. 5 января 2019 года права на данный материал принадлежат ТАСС. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.